Здравствуйте, я Наталья Некрасова, с автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Сейчас я вам покажу, как очень просто можно распустить полотно, висящее на иголках. Потому что если мы провязали лишний ряд, либо напутали что-то в узоре, нам нужно полотно распустить. И распускать можно на любое количество рядов. То есть если вы не хотите срезать полотно и заново надевать его на иглы, распускаем прямо на вязальной машинке. Для этого чуть-чуть выдвигаете иглы вперед, так чтобы кончики иголок немножко выдвинулись за пределы игольницы. Берете рабочую нить, снимаем первую петлю и натягиваете нить. Просто ее вытягиваете. Видите, она прекрасно вытягивается. Поддерживаете рукой. И все, мы нашу нить просто снимаем с игл. Крайние петли можно распустить движением снизу вверх. Надеваем петлю. И следующий ряд мы распускаем точно так же. Сняли первую петлю и тянем за рабочую нить. У нас весь игольный ряд распускается. И дальше нужно просто, если что-то цепляется, подправляем рукой. Немножко движением на себя расправляем петли и снимаем рабочую нить с игл. Ряд распущен. Каждый раз поправляйте иглы, чтобы они находились на одинаковом расстоянии от игольницы. Это важно. Тянули. Расправили петли. И сняли рабочую нить с иглы. Таким образом можно распустить быстро и без потери узора любое количество рядов. Если это видео вам понравилось, оно было вам полезно, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями, подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Обязательно приходите на наши бесплатные вязальные посиделки по вторникам. И жду вас в нашей школе машинного вязания, где обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова.